Что такое сухой контакт в газовом или электрическом котле? Конкретно он нужен для подключения внешнего термостата. То есть, соответственно, в обычном режиме мы просто выставляем температуру, мощность, и котел у нас погнал работать. А если мы хотим управлять им удаленно, либо с помощью внешнего какого-то термодатчика, то для этого нам нужен подключить сухой контакт. По сути, это обычная перемычка контактов на плате. Но смотрите инструкцию к своему котлу. На этих контактах нет напряжения. Они служат только для управления. Получается, когда контакты разомкнуты, котел автоматически выключается. Стоит нам замкнуть контакты. Соответственно, стоит нам разомкнуть контакты, как котел у нас автоматически выключается. Стоит их замкнуть, он включается. И включается с теми параметрами, которые установлены непосредственно в котле. То есть, соответственно, управлять включением и выключением можно с помощью реле или термостата.